Это список лекарств, которые господин Свиридов заказывал в аптеке. Я потом еще спрашиваю, для чего они могли понадобиться ему, да, в таком количестве. Камфора, эпикакулан, калами, лепиум, кокаин. Какой странный набор. Вот я полчаса уже бьюсь, не могу понять. Знаете, доктор, мне сегодня снился такой странный сон. Профессор Свиридов в маске средневекового доктора. Знаете, такой с длинным клювом? Маска чумного доктора. Это, конечно, безумие. Но смотрите. Камфора усиливает дыхание. Ипекакуана облегчает кашель. Каламель гонит желчь. Опиум снимает тошноту и помогает заснуть. А кокаин поддерживает работу сердца. Я не понимаю. А вы подумайте, чем должен быть болен человек, чтобы принимать такое количество лекарств для поддержания сил? Пестис. Чума. Увлеклись ботаникой, Николай Васильевич? Народной медицины, Яков Платоныч. Народ, скажу я вам, не глупее нас с вами. И от какой хвори изволите лечиться? Изгоняю из тела отравляющие субстанции. Воскресная ярмарка, кладезь бытия! Вы решили меня сегодня с ума свести? Яков Платоныч, вы себе даже не представляете, сколько там всего интересного. Самый интересный вывод. Читайте. Так, что тут у нас? Это письмо передаст тебе Алекс. Возможно, ты помнишь его по нашей альма-матер. Он так же, как и я, вынужден был бежать из Одессы после известных тебе событий. А о каких событиях речь? Покушение на генерала Стрельникова в 82-м году. Вы наверняка не помните. Да нет, а чего же, его застрелили в упор, кажется, какой-то народоволец или что-то такое. А при чем здесь Хавкин? Я вычитал в архивах, он был в одесской ячейке народной воли. Скорее всего, принимал участие в покушении на генерала. Но тогда его вину доказать не смогли. Всего лишь исключили из университета. Угу. Читайте дальше. Я встретил его в Лозанне и переманил к себе в Париж. Он привезет тебе то, что ты просил. Хавкин пишет, что переманил его к себе. Может, он так и Свиридова переманил? Я подозревал англичана, нужно было присмотреться к французам. Смотрите, допустим, профессор отказался уехать с этим самым Алексом. Тогда... А или согласился. Что? Или согласился. Возможно, Алекс привез ему... паспорт или деньги, или и то, и другое. И все вот это представление с вызовом телеграммы, это было разыграно специально, чтобы замести следы. Но ведь профессор мертв. Анна Викторовна видела его дух. Да, мертв. Но мы не знаем, по каким причинам. Почему вы исключаете, что это просто несчастный случай? Да я не исключаю. Но доктор Милс сказал, что профессор был большим патриотом. Да, иногда люди меняют свои убеждения. Да, травки изгорь, изгони мою хворь. Анна Викторовна. Здравствуйте, Андрей Петрович. Вас подвезти? Спасибо, не стоит. Мне в удовольствие. Окажите честь. Хорошо. Как вы поживаете, Андрей Петрович? Стараюсь примириться с вашим отказом. Я надеюсь, мой отказ не разрушит нашу с вами дружбу. Штольман вас обманет. И вы будете несчастны так же, как и я. А два несчастных человека всегда найдут друг в друге опору.
Анна Викторовна? Антон Андреевич, Яков Платонович, кажется, доктор Милс понял, для лечения какой болезни Свиридову понадобился этот список препаратов. И что это за болезнь? Чума. Чума? Чума – неизлечимое заболевание. Анна Викторовна, вы что думаете, я настолько не сведущ в медицине? Сведущ. Еще как. Да. Антон Андреевич, если профессор Свиридов действительно изобрел вакцину, то препараты бы понадобились для поддержания сил тех, на ком он пытался ее испробовать. Если Свиридов действительно продвинулся настолько в своих исследованиях, кто угодно мог его похитить для того, чтобы завладеть формулой вакцины. Тот же Уминский. Он сговорился с Ларисой. Они убили профессора и увезли его в лес. Потом захватили формулу и продадут ее за границу за колоссальные деньги. Вакцина от черной смерти. Если она существует, не имеет цены. К тому же семейная жизнь этой четверки далека от идиллии. Связь профессора с женой Уминского – это мотив. Едем к Свиридовым. Едем, едем. Промедление смерти подобно. Пожалуйста. Благодарю. Всего доброго. До свидания. Мадемуазель Полина, мой заказ уже доставили? Да. Прибыл сегодня утром. Очень хорошо. Давайте его, пожалуйста, поскорее. Я к вам вечером зайду, мне сейчас некогда. Пардон. Господа, у вас есть новости о моем муже? Увы, Лариса Ивановна, пока нет, но мы не теряем надежды. Пожалуйста. Я бы хотел спросить вас еще раз, над чем профессор работал в последнее время? Я уже отвечала вам, господин Штольман, что я не лезу в дела своего мужа и ничем помочь вам не могу. Но вы не могли не знать? Господин Свиридов занимался разработкой вакцины от чумы. Это было бы очень славно, но, увы. Вы наверняка слышали, в Париже господин Хавкин, он уже пытался ее создать, но, к сожалению, вакцина оказалась бездейственна. Я полагаю, это от того, что чума, она имеет иную природу, нежели, например, холера. Вакцинированием ее попросту не победить, увы. От себя я могу добавить, что мой муж никогда не стал бы повторять неудачный эксперимент Хавкина. В этом я вам ручаюсь. Ну, а кто такой Алекс Фельдман? Друг Афанасия. Ваш муж встречался с ним в последнее время? Да, он приезжал неделю назад. Пробовал буквально час, даже ужинать не остался. Что-то привез профессору? Не знаю, возможно, письма. Они находились в его кабинете, я повторяю вам, что я не лезу в дела мужа. Господин Уминский, а где ваша супруга? Ведь она проживает здесь, в доме. Я бы хотел с ней поговорить. Я бы с удовольствием вас познакомил, но, к сожалению, сейчас ее здесь нет. Она уехала в Михайлов навестить тетку. Как давно? В воскресенье утром. То есть на утро после того, как исчез ваш муж? Право, не знаю. По-моему, она... Адрес. Вы напишите мне адрес. Извольте. Я прошу вас, госпожа Свиридова, и вас, господин Уминский, город не покидать. Сегодня получила. Вы ведь читали рассказы о Шерлоке Холмсе? Ужасно увлекательно. Это тот самый сыщик, который сидит у камина и покуривает трубку и разгадывает преступления. Он самый. Вы обязательно должны прочесть его новую повесть. Сэр Конан Дойл ужасно увлекательно пишет. А перевод господина Сойкина выше всяких похвал. Ой, знаете, Пелагея Ивановна, не очень-то я верю в подобное. Сыщик должен топтать ногами землю, рыть ее в поисках улик, если хотите знать. Он должен подвергать себя опасности, и только тогда из него выйдет толк. Ну, вот
Ну, я, к примеру, сейчас еду в Михайлово. У меня очень серьезное и ответственное задание. Вы обещаете, что будете осторожны? Да, вы можете не беспокоиться. Я не новичок в своем деле. Знаете, мне кажется, что господин Рябушинский влюблен. Рябушинский влюблен? Интересно, в кого? Я не знаю, но он выписал несколько книг на эту тему. Одна из них называется «Искусство любви. Как покорить женщину». Стало быть, господин редактор изучает любовь по книгам. Что ж, его можно понять, ведь всякий влюбленный больше всего на свете боится отказа. А как узнать, что ответит женщина на твое признание? Об этом пишут в этой книге? В любви, как и в сыскном деле, нужно уметь рисковать. Ведь ежели не рискнешь, никогда не узнаешь. Яков Платонович. Наконец-то я вас вижу. Разве вы меня сегодня уже не видели? Нас здесь могут увидеть. Простите. Есть новости по делу профессора Свиридова? Примерно неделю назад он встречался с неким господином Фельдманом. Тот следовал из Китая в Петербург через Париж. И остановился на ночь в Затонске. Он передал что-то профессору, возможно, иностранный паспорт. Хотя не очень хотел бы в это верить. А вы допросили его супругу и ассистента? Они определенно что-то скрывают. Антон Андреевич едет завтра в Михайлов расспросить супругу у Минского. Возможно, она что-то прояснит. Вы сказали, в Михайлов? Да. Как странно. Анна Викторовна, я могу видеть вас наедине, где нам никто не помешает. Я так много должен вам сказать. Есть у меня одна идея. Моя племянница здесь нет и быть не может. А ее муж уверил меня, что она поехала к вам. Путь ей в этот дом заказан. А чего же так? Замуж вышла без моего благословения за этого уминского безбожника. Придумал себе ересь. Верует в эти бактерии, микробы. А вы что же, в бактерии не верите? Да я вообще этим врачам не верю. В своих колбах смешивают эту заразу, а потом народ заражают сами. Да бросьте, ну что вы такое говорите? Зачем им это нужно? Ну, чтоб потом мы им деньги платили за ихние лекарства. Мне нравится этот лес. Здесь красиво, тихо. А еще мы здесь совершенно одни. Жаль, что приходится прятаться от посторонних глаз. А мне, признаться, нравятся наши тайные свидания. Вы полны романтики, Анна Викторовна. Остановимся здесь? Зачем? Увидите.
Я люблю вас. Профессор ихний средство от чумы сотворил. Неужели? И собирается себя этой чумой заразить. Так и сказала, средство от чумы? Так сказал. В ответ я сказал, чтобы духа ее в этом доме больше не было. Я вас не понимаю, честное слово. Средство от чумы. Это ведь благое дело. Так этот профессор сперва сам эту чуму в своей колбе сотворил. Иначе откуда ей взяться, чтобы себя ей заразить? Действительно, откуда же ей было взяться? Благодарю вас. Вы мне очень помогли. Всего доброго. Скажи, гнилая, а что это за трава? Это чабрец. Ага, и от чего же он? От порчи и борьбе с темными силами помогает. С темными силами? Ну, на это наше управление поставлено. А вот если бы у тебя была такая травка, от которой преступник сразу во всем бы признался и голову не морочил, вот. Так флакон траву возьмите, сударь. От нее даже нечисть плачет. Ясно. Я здесь по другому делу. Нет ли у тебя желтого доника? А мне-то зачем? Он кругом растет. Где? Так и на пустырях, и на карьерах. На карьерах? Благодарствую. Сударь, а может, флакон траву-то возьмете, сударь? Давай. А где все лошади и кучер? А вот и вы, господа. Уводите лошадей. Кто вы такой? Что происходит? У нескольких лошадей на конюшне обнаружен САП. Возможна эпидемия. САП? Это очень опасное заболевание. Лошади, которых вы арендовали для прогулки, также могут быть больны. Вам придется задержаться на несколько дней. Я помещаю вас в карантин. Да что за глупости? Вы не имеете права. Я судебный следователь. Моя фамилия Штольман. Моя фамилия Вольф. Я руковожу санитарным отрядом Императорского института экспериментальной медицины. И у меня тоже есть полномочия. Яков Платонович, господин Вольф прав. Это действительно может передаваться человеку. И закончится летальным исходом. Я помещу вас в гостиницу при конезаводе. Сударыня. Спасибо, все чудесно. А что вы здесь делаете, господин Штольман? Я прошу вас вернуться в свой номер и оставаться там до окончания карантина. Да с какой стати? Если один из вас заражен, он может заразить и другого. Мы приехали вместе. И что? Господин Штольман, прошу вас.
Я дал телеграмму в Затонск, как вы просили. Спасибо. Доброй ночи, Анна Викторовна. Доброй. Егор, как же так-то? Так колесо выскочило. Да вижу. Править надо. Ну, правь уж. Эх, Федька, задам я ему. А что, Федька, он, что ли, колесо сломал? Так с этим экипажем, Антон Андреевич, такая оказия приключилась. На, вот, держи, оказия. Украли его, а потом вернули. Как украли? Когда? Так субботу ночь украли, а в воскресенье вернули. Стой-ка, а чего ж ты мне раньше-то не говорил? Я тебя опрашивал. Ты мне про это ни слова не сказал. Так вы, Антон Андреевич, не об этом спрашивали. Вы спрашивали, не ездил ли кто к Свиридовым. А к Свиридовым никто не ездил. Ни в субботу, ни в воскресенье. Ну, Егор, Федора, как только приедем в город, сыщешь и немедля в участок, понял? Понял, чего ж не понять. Знали что-то? Что с ним? Я видела его дух. Афанасий Никитич мертв. Боюсь, что так, доктор. Простите, что я не сказала вам раньше. Но ведь его не нашли. Может, вы ошибаетесь? Боже мой. Ну, посмотрим, что это за чудо-отвар. Признание проверить. Чайку попьем? С удовольствием, ваше благородие. Ты сиди, сиди. Пей чай. И расскажи мне, как жизнь твоя? Чай какой-то странный. Какой странный? Нормальный чай, китайский. Родня прислала. Чай полезный, мой любезный. Ваше благородие. Что еще? Там пекарь Ивашкин опять в камере буянит. Водой его кати, холодной. С него сразу хмель сойдет. А то будет стать как... По ночам с соседями скандалили. Да ну-ка, пошли, я сейчас с ним разберусь, с этим Ивашкиным. Что ты тут буянишь, а? Ну-ка, дай ведро воды. Давай. День добрый, Антон Андреевич. Да, добрый день. Как съездили? Чудно, чудно.
Мария Уминская последний раз навещала свою тетку полгода назад. Так что Михайловой, в общем, ее нет. Получается, ее муж соврал? Мне всякого сомнения. Федьку своего немедля ко мне. Слушаю, ваш благородие. Тот самый Федька? Какой? Ну, мальчишка ваш с ярмарки. Да нет, что вы, другой. Будет вам еще один сюрприз. Душа горит. И душит что-то, душит. Перед Богом вижу, недостоин я мундир свой носить. Должность свою я должен был Пантелееву уступить, как он хотел. Как он хотел, а я, мерзавец, все выслуживался. Ах, грехи мои тяжкие. Ну что вы такое говорите, ваше благородие? Под вашим началом служить, дай бог, каждому. Молчать и перечить мне. Виноват, виноват. Понижаю себя в должности. Произвожу себя в дежурные. Брысь с своего места! Как же, так, а кто вместо вас-то будет, ваше благородие? А ты будешь? Я давно за тобой слежу. Ну-ка, примерь, а свой снимай. Снимай. Николай Васильевич, что здесь происходит? Восстанавливаю справедливость. Вот кто заслуживает моей должности. Ну-ка, иди-ка сюда, на минуточку. Вы чего, пили с полицмейстером? Никак нет. Ну-ка, дыхни. Он чай какой-то странный принес, и вот. Да какой чай? Да что ж такое, Николай Васильевич. Ваше благородие. Никакое я не благородие. Я теперь просто дежурный. Мы с ним были очень дружны. Был великий человек. Так что российская наука понесла очень большую утрату. Я не сомневаюсь, будь он жив, он бы закончил вакцину от чумы. Да, но ведь над такой вакциной работал Хавкин, и она оказалась безрезультатной. Но он знал о его работу. Может быть, нашел ошибку, пытался исправить. Я не думаю, доктор. Скорее, он бы сообщил Хавкину об этой ошибке. Да, он был не тот человек, который присваивает себе чужой труд. А чем же он тогда работал? Над сывороткой. Подумайте сами. Если Хавкин пытался создать вакцину и потерпел неудачу, то ничего не мешало профессору Свиридову создать сыворотку. Противоядие для уже заболевших. Выходит, он пытался сделать опыт, но сыворотка не подействовала. Конечно. Он мог умереть в течение нескольких дней. Нет, даже часов. Ведь легочная чума иногда развивается стремительно. Да, но чтобы заразиться чумой, надо где-то найти возбудитель. Яков Платонович говорил, что неделю назад к профессору приезжал некто Фельдман. И прибыл он из Гонконга. А в Гонконге сейчас как раз эпидемия чумы. Вот что он ему привез. Это был возбудитель. Ваше благородие, извозчик Круглов прибыл. А давай его сюда. Проходи. Присаживайся, Федор. Вот, Яков Платонович, извольте. Кучер городской конторы по найму экипажей. Круглов Федор. Приготовил нам любопытную историю, да, Федор? Так точно, ваше благородие. Только я ни в чем не виноват. А тебя никто ни в чем не обвиняет. Просто расскажи все, что знаешь. Может быть, даже вознаградим. Ага, ну раз так. Ну, значит, в прошлую субботу дело было. Отработал я, и захотелось мне чуток того, это, на грудь принять. Понимаю. Пошел в кабак, посидели с мужиками, приняли по чуть-чуть. Выхожу, а экипаж-то тю-тю. Тю-тю? Тю-тю. Я аж протрезвел сразу. Он же таких деньжищ стоит. Мне с конторы ни в жизнь не расплатиться. Домой не пошел, думал, жена прибьет. Так всю ночь в кабаке и просидел. А на утро выползаю, лежу, а он стоит, родимый, как будто не крал его никто. Я уж подумал, не почудилось ли мне это с пьяных глаз-то. Да может, ты напился так, что и вправду почудилось? Да нет, ваша бродь.
Там на правом колесе ось покосилась, а под сиденьем я деньги нашел. Много? Ну, не поскупился вор, расплатился со мной. Только вот кому понадобилось среди ночи в карьер ехать? А почему ты решил, что на нем в карьер ездили? Так там на колесах красная глина была. А у нас рядом с городом только в одном месте такая глина имеется. Да, есть заброшенный карьер у Петербургского тракта. Вот. А не в том ли направлении увезли профессора? Вот он, таинственный экипаж. Экипаж-призрак. В него посадили профессора, увезли из города, убили и закопали в карьере. Привезешь экипаж, он понадобится для опознания. Вот награда. Едем в карьер, Яков Платоныч. Добрый день, Лариса Ивановна. Чем обязана вашему визиту? Ответьте, пожалуйста, напрямик. Афанасий Никитич в последнее время занимался сывороткой от чумы? Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы прекрасно поняли мой вопрос. Лара, у нас гости. Доктор, рад вас видеть. Аркадий Константинович, я бы хотел знать, что вы сделали с телом Афанасия Никитича. Оно надежно захоронено? Красная, Яков Платоныч. Ваше благородие, сюда! Ваше благородие! Кажись, нашли! Приступайте! Что за нелепое обвинение, доктор? Вы зачем сюда пришли? Мы и так день и ночь переживаем из-за исчезновения Афанасия Никитича и надеемся, что его найдут. Он уже несколько дней как мертв. И вам обоим это доподлинно известно. А откуда это известно вам? Я с ним говорила. А, кажется, я вас узнала. Вы же Анна Миронова. Медиум. Затонская знаменитость. Ну, очень странно, с виду вы кажетесь вполне просвещенной молодой женщиной. Это так и есть. Доктор, ну неужели вы думаете, я во все эти сказки поверю? Вашего мужа сейчас здесь. И он хочет вам передать, что бесценное время уходит. Лариса Ивановна, если ваш супруг действительно скончался от чумы, а полиция найдет и раскопает его могилу, начнется эпидемия. Вы этого хотите? Эврика! Господа! Желтый донник! Желтый донник, господа! Господа! Желтый донник! Стойте, остановитесь! Желтый донник, господа! Отойдите оттуда! Отойдите! Стойте! Господин судебный следователь, я хочу признаться в убийстве профессора Свиридова. Я все объясню. Только вы скажите своим, чтобы они могилу не трогали. Это может быть опасным для жизни. Остановитесь! Стойте, там чума! Мы долго к этому готовились. В субботу должен был начаться эксперимент. Коллега, вы готовы вести протокол? Я надеюсь, этот день войдет в историю медицины, профессор. Доставили препараты от Лурье. Прекрасно. Маша, поставь их на стол. И не забудь сказать Ларе, чтобы завтра она заплатила Соломону Яковлевичу. Вы. Все время будете находиться за дверью. Каждый час справляться с состоянием моего здоровья.
Самое главное – все тщательно записывать. Хавкину пришлось трижды повторять эксперимент для того, чтобы ему поверили. При этом он использовал добровольцев, в отличие от нас. Маша, что ты делаешь? Два добровольца лучше, чем один. Афанасий, я хочу подвергнуться этому эксперименту вместе с тобой. Все-таки выпила. На вкус как вода. Допивай. Какая еще женщина отважится на такой поступок? И девы розы пьем дыхание, быть может, полное чумы. Афанасий! Вы еще с нами? Лара, не входи! Мы все молились, чтобы возбудитель, привезенный из Гонконга, оказался мертвым. Но он подействовал. И подействовал гораздо быстрее, чем мы могли это предположить. А на изготовление новой сыворотки потребовался бы минимум месяц. Это легочная форма чумы. Она развивается стремительно. Профессор, а вы в этом уверены? Не задавайте идиотских вопросов, Аркаша. Этой болезнью я занимаюсь всю жизнь. Еще немного, и мы заразим весь город. Подготовьте Ларису. В доме был револьвер. Ехать на нашем экипаже было нельзя. Из прислуги мы могли рассчитывать только на Наташу. Профессор когда-то спас жизнь ее сыну. И вы одолжили экипаж, оставленный у трактира? Стойте! Стойте, я с вами поеду! Лариса, ты с ума сошла? Ты хочешь лечь с нами в могилу? Мы заразные. Я рискую не больше, чем Аркадий. Останься. Я вернусь за тобой, обещаю. Но! Вот почему прислуга называла разное время отъезда экипажа? Да. Потом я вернулся за Ларисой, как и обещал. Прощай, Ларочка. Прощайте, Аркаш. Надеюсь, вы продолжите мои исследования и сделаете так, чтобы они не попали в чужие руки. Ларочка, ты всегда была излишне впечатлительна. Не подведите, коллега. Не хотелось бы умирать в мучениях. Копали трупы. Я заложил место захоронения камнями, отвез Ларису домой и вернул экипаж на место. Это когда я вас встретил, вы сказали, что были на охоте. Да, простите. Мы вечером сожгли все то, к чему могли прикасаться профессор и Маша в лаборатории. Но вы должны были сжечь их тела. Да, вы абсолютно правы, но, к сожалению, на это не было времени. Да и трупы, они перестают быть заразными. Главное только в первое время не раскопать могилу.
Яков Платонович, Антон Андреевич, я знаю доктора Уминского не один год. Он прекрасный врач и порядочный человек. В его действиях не было состава преступления. Что вы будете делать, господа? Ну, это уж как-то слишком, господа. Поверьте, это будет лучшим выходом из ситуации. Понимаю, господа, что вы предлагаете скрыть факт исчезновения профессора? Да? Нет. Позвольте напомнить, Николай Васильевич, что похищение – это всего лишь гипотеза. Со Свиридовым могло случиться какое-либо несчастье. Лично я полагаю, что он уехал из Затонска по собственной воле. Вот как. И на каком основании? Так прислуга, как один, показала, что у профессора была любовная связь с женой его ассистента. Так. Кстати, где она находится, мы так и не выяснили. Да? Нет. Я думаю, что они уехали вместе. Ну, прекрасно, прекрасно. То есть они бросили посылок супругов и сбежали вдвоем. Ну что ж, похоже на правду. Мне тоже так кажется. А как вы себя чувствуете, Николай Васильевич? Спал, как убитый. Никакой больше народной медицины, господа. Никаких отваров и снадобий. Только медицинская наука, господа. Вы знаете, я хотела вас спросить, когда вы говорили с моим мужем, вам не показалось, что меня сердится? Вас что-то тревожит? Да, мне вдруг пришло в голову, что он мог подумать, что я брала, когда говорила ему, что не ревную его к Маше. На самом деле я ненавидела их обоих и жила с Аркадием только для того, чтобы отомстить ему. А это не так? Разумеется, нет. Наши чувства давно остыли, и мы жили как старые добрые друзья. Но когда в нашей жизни появились Уминские... Впрочем, Афанасий мог так подумать. Я была рада вас повидать, Лариса Ивановна.